Здравствуйте, я Наталья Тюрина, это Битновости видеоверсия, обзор главных событий минувшего месяца. Биткоин продолжает свой рост, курс первой криптовалюты преодолел отметку $8000. Аналитики прогнозируют, что скоро он преодолеет и $10000. Возвращение биткоина к $8000 – знак окончания криптовалютной зимы, сообщил известный энтузиаст Том Ли. Он уверен, что когда биткоин подорожает до $10000, курс цены криптовалюты и рост всего рынка будет уже не остановить. Инвесторы начнут волноваться, что если они не вложат хотя бы 1-2% своего портфеля в криптовалюты, то упустят возможность получения прибыли. Халвинг или двукратное сокращение награды майнерам за добытый блок в мае 2020 года повлияет на рост цены криптовалюты в ближайшие месяцы, уверен руководитель одного из хедж-фондов Брайан Келли. Как правило, ралли идет год от халвинга и год после него. Мы находимся в начале этого этапа. Сокращение предложения, как правило, означает бычий тренд, сказал Брайан Келли. Он порекомендовал инвесторам выделить 1-5% средств для вложений в криптовалюту. После первого халвинга, который прошел в 2012 году, цена биткоина увеличилась в 407 раз, после второго – в 28. По мнению многих экспертов, монета вновь обновит исторический максимум в 2021 году. Скоро настанет лучший момент для покупки биткоина, уверен и аналитик Хуан Вильярверде. В последний раз такая удачная возможность была в 2015, когда курс опустился до $300, после чего в декабре 2017 установил исторический максимум в $20000. Когда курс биткоина поднялся с $2 до 7 в январе 2012-го, несколькими месяцами позднее биткоин подвергся коррекции на 45% до $4. Но это была лишь подготовка для бычьего рынка, которая помогла криптовалюте впервые в истории достичь четырехзначной отметки в $1200 к декабрю 2013 года, добавил Вильярверде. Он подчеркнул, что с тех пор фундаментальные факторы биткоин значительно улучшились, количество транзакций многократно выросло, как и объемы торгов. При этом комиссии в сети остаются низкими, потому что люди пользуются технологиями Lightning и SegWit. Все это говорит о возможности нового взрывного роста курса криптовалюты. Во время криптовалютной зимы многие копили биткоины, показало исследование компании DR. Количество адресов биткоинов, на которых хранятся от 1000 до 10 тысяч монет, за последние 9 месяцев значительно увеличилось. На таких адресах хранятся 26% всех присутствующих на рынке биткоинов. В августе прошлого года этот показатель находился на уровне 20%. Объем средств на кошельках с остатком до 100 биткоинов тоже увеличился. Законопроект о регулировании криптовалют в России практически готов. Центробанк рассчитывает на его принятие в весеннюю сессию. Об этом сообщила зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Также Центробанк не готов переводить часть рублевых операций на блокчейн. По мнению регулятора-разработчика, в этой области не устраивает скорость платежей, которая в блокчейне ниже, чем в существующей системе, а также наличие вопросов по части энергопотребления. Эти проблемы, а также устранение регулятивных барьеров попытаются решить участники различных проектов по развитию блокчейна в России – Минюст, Минкомсвязь, Росстандарт, Фонд Сколково, Фонд Бортника и другие. Согласно дорожной карте, представленной на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе, объем финансирования проектов по развитию блокчейна в России может составить $72 миллиарда до 2024 года. Сбербанк передумал работать с криптовалютами из-за позиции Центробанка. В январе 2018 года компания планировала проводить операции с криптовалютами через дочерний банк. Теперь этот проект приостановлен. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит будущего у криптовалют из-за того, что государство не уступит свою централизованную роль. Ни одна страна не примет децентрализованную систему денежного предложения в ближайшие 10 лет, несмотря на то, что блокчейн – это технология будущего. Также в этом месяце появилась информация о том, что Сбербанк попросил одного из клиентов отчитаться о доходах, полученных с помощью криптовалют. Письмо с таким запросом опубликовал основатель криптовалютной торговой платформы Владимир Смеркис. Сбербанк попросил клиента предоставить данные об адресе криптовалютного кошелька, который используется для обмена цифровых валют, полученных в результате майнинга. Кроме того, банк хочет знать, на каком оборудовании происходит добыча криптовалют, а также показатели производительности устройства и его энергопотребления.
Кроме того, клиенты попросили предоставить документы, подтверждающие право собственности или аренды на оборудование и помещение, где располагается ферма. В запросе указано, что банк выполняет федеральный закон номер 115 о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Нас очень сильно возмущает, каким образом Сбербанк может апеллировать терминами, которых в российском законодательстве еще не существует, отметил сооснователь криптовалютной платформы. 18 учебных заведений Сингапура начнут выдавать дипломы на блокчейне. Использование блокчейн-платформы устранит две важные проблемы – наличие физического документа, который может быть утерян или подделан, и необходимость запросов на его проверку, отметили руководители этой инициативы, которая поддерживается правительством и образовательными учреждениями. А в Германии появится Европейский институт блокчейна, который будет заниматься исследованием этой технологии. Представители власти отметили, что Европа отстает от США в области развития технологий блокчейна, и стране необходимо догнать заокеанских партнеров. Также власти Германии планируют принять закон, регулирующий криптовалюты и блокчейн, уже к лету этого года. Отправить или получить криптовалюту теперь можно с помощью умных часов Apple Watch. Новая функция стала доступна благодаря разработчикам цифрового кошелька Blue Wallet и технологии Lightning Network. Один из разработчиков, Нуно Коэльо, рассказал, что это приложение – эксперимент, пока создатели не уверены, насколько оно будет актуальным. Однако они отмечают, что все больше людей приобретают умные часы, а значит, и есть вероятность того, что пользователям необходимо не только отслеживать звонки, сообщения и состояние своего здоровья с помощью этих часов, но и проводить криптовалютные транзакции. В Microsoft Excel появился символ биткоин. Это значит, что пользователям электронной таблицы теперь доступна функция автоматического расчета курса криптовалюты. Корпорация сообщала о планах по добавлению монеты в Excel еще в январе 2017 года. Microsoft принимала к оплате биткоин с 2014, но летом 2018 года функция на сайте перестала работать. И на сегодня это все. Следите за нашими выпусками, как за курсом биткоина. Всего вам доброго. До встречи.